Ольгу Громову можна по праву назвати дружиною класу люкс. Крім того, що вона цілеспрямована, успішна, талановита та елегантна, вона ще і справжня берегиня домашнього вогнища. Дизайнер та дружина мільйонера знає ціну справжніх почуттів і запевняє, що жодні гроші не замінять істинну щирість. Я особисто зустрілася з Ольгою та дізналася, як їй вдається підтримувати сімейний затишок впродовж років. Оленька, я знаю, что как-то вы устроили мужу сюрприз, романтический ужин в Венеции. Как часто у вас были ли еще романтические сюрпризы? Каждый день рождения я стараюсь ему готовить что-то необычное. Сложно всегда это удается, потому что он за мной следит. Ну, вы как умная, тонкая женщина все-таки умудряетесь скрыть. Да? Абсолютно, потому что не было сюрприза. Были дни рождения, когда я говорила, что... заранее говорила, у нас этот день рождения будет камерный, я тебя хочу пригласить в ресторан, будем только мы вдвоем. Вот. И когда он приходил, оказывалось все совершенно наоборот, то есть это как бы эффект неожиданности тоже был. Очень много было разных сюрпризов для него. Я же творческий человек. Я даже как все-таки прелесть иметь в супругах творческую женщину? Мне кажется, что над отношениями нужно работать. Просто так, если это пустить на самотек, отношения погибают. Конечно. А если у тебя цель сохранить брак, не просто как формальность, а как чувство, это как костер. А по поводу внешности, как раз вот вопрос такой, что я знаю, что это колоссальная работа. Каждодневный труд. И чем старше, тем больше работы. Влюбляются в нас именно, когда нас встречают, и мы производим впечатление. Но, к сожалению, потом об этом забываем. И думаем, что он меня все равно будет любить, даже когда я в бегуде и в банном халате. Не работает. Он хочет видеть именно эту девушку, в которую он влюбился. Выпьем. Давайте. Красоту как поддерживаете? Сложно и дорого. Что главное? Сон, питание? Сон, естественно, помогает. Это первый пластический доктор – это сон. А второе, естественно, это питание. Кушать надо мало и пить много воды.